Доброго здоровья, друзья! Этот ролик – это крик. Очередной наш крик. Начнем с Джессы. Перед вами собака, верой и правдой служившая 8 лет. Рожала, топили, раскидывали, опять рожала. За собакой никто не смотрел. Очередная вещь на цепи, но которая почему-то обязана охранять. Опухоль у Джессы выросла не сразу, она росла постепенно. Но это никого не волновало. Когда я увидела это фото, ребят, знаете, внутри просто вот, наверное, что-то такое черное аж ворохнулось. Я не злая, но иногда мне очень хочется, чтобы те страдания, которые достаются животным, чтобы все эти страдания достались их хозяевам. Обидно еще и другое. К сожалению, человек, который забирал, не сделал ни фотографии, ни видео. Кроме вот этого фото, перед тем, как мы ее забрали, у нас ничего нет. Потому что забирал совершенно чужой человек, неопытный. Но, ребят, клиника Альтаир не отказывает никогда. Лохматой душе Альтаир не отказывает никогда. Джессу привезли и сразу прооперировали. Сейчас Джесса уже пришла в себя. Она не агрессивная. Очень усталая. Усталая собака, которой очень больно. Ей пришлось вырезать 2 гряды молочных, потому что там все было сплошной камень. Я не знаю, правильно ли я поступила или нет, но мне очень хочется, чтобы эта собака, пусть еще 1, 2, 3, поживет просто спокойно, в ласке, в тепле, согретая. Согретая любовью, вниманием, добротой. Ребят, мне сегодня почему-то очень больно говорить. По-настоящему больно, дыхание перехватывает. Настроение очень тяжелое, потому что столько боли вокруг. Возможно, чуть позже я смогу рассказать вам о следующей. А сейчас, ребят, это просто Джесса. Но в лице Джесс, я прошу вас, ребят, попробуйте на секунду влезть в шкуру этой собаки. А таких, как она, сотни, тысячи. Таких, как она, мы с вами спасаем уже 18 лет. И я каждый раз спрашиваю, вы с нами, ребята? И если с нами, друзья, то, пожалуйста, отзовитесь. Смотреть на страдания Джесс я не могу. И брать, ребята, больше не могу. Мы много пристраиваем, много, но боли еще больше. А самое страшное, ребята, у нас не хватает корма. Ни корма, ребята, ни денег на вот такие операции. И если кто-то может пройти мимо, то я нет. И я надеюсь, вы тоже. Ребята, и если в этом мире мы можем что-то сделать, то прошу вас, давайте накормим и избавим от боли тех, кто попал в наши руки и кто нуждается в этой помощи. Я прошу вас, родные мои, отзовитесь, лохматая душа и все ее обитатели просят у вас помощи. Друзья, дорогие, у нас экстренная ситуация, просто экстренная. Ребята, 2 незапланированных зверя, да мы их никогда не планируем, но они вот так появляются спонтанно. Ребята, девочка, посмотрите, с какой опухолью, это вообще страшно. И кошечка, сбитая возле подъезда, сломана лапа. Ребят, а клиники долги такие, что волосы дыбом. Ребята, милые, я вас умоляю, им нужна наша помощь. Ребята, пожалуйста, прошу вас, отзовитесь, все, кто может. И корма нет, ребята, и все в кучу, и хоть головой об стену. Я прошу вас, мои родные, вы моя надежда, я прошу вас, отзовитесь. Лохматая душа просит вас, просто умоляет, ребят, пожалуйста.